Еще раз, ребят, для тех, кто не знал, за просмотр моей трансляции пятница, суббота, воскресенье вы получите вот такую граффити и вот такую эмблему. Так, каравай, продолжаешь со вчера, спасибо, сейчас, что я перепутал твое имя, да, забей, дружище. Ну, 100 скинчик есть, спасибо большое, что там, спасибо за медведя. Плюс медведь. Друзья, всем привет, меня зовут СПТ, вы на канале Не Спит. Сегодня у нас 7 декабря, 3 часа ночи, и наша ежедневная рубрика «Чё почём». Вчера нам закинули новую мишку, не знаю, назовите как хотите. В общем, я думаю, он останется на сегодня, остальное нам все же должны поменять. Хотя могут мишку и забрать, 1200 все-таки могут и забрать. Забирали уже такие скинчики. Так, нет, скинчик не забрали, ребят, скинчик оставили, мне его сегодня подарили, поэтому я обязательно его покажу. Зыркайте. Тут эмблемка у него, да, стоит, сейчас не вижу. Эмблемка стоит, что он, и вот, меняет внешний вид. Ребят, что меняет внешний вид при стрельбе, вы увидите, над ушами вот эти штуки появляются. В обычное время их нету. Все, больше никаких изменений я лично не увидел. Говорят, еще что-то со снегом, но это не точно. Это со снегом, не знаю, не заметил. Бэкпэк показал. Вот он, мишка, ребят, спасибо за подарок, еще раз скажу. Михалыч, видите, над ушами ничего нету. Делаем выстрел. Поняли, да, что такое изменяется в игре? Дайте мне ппху сейчас возьму. Под удошу. Теперь кирочка, смотрите. То же самое, ребят. То есть вот что значит изменяется. В прицеле, давайте поближе. Это он птичка, то, что, ребят, навалякала нам на голову. Ну, бывает. Сзади пингвинчик. Пингвинчик двигается, все хорошо. Скинчик нормальный, ребят. Я вчера уже сказал, если у вас нету медведя за 1200, отличная мишка. Прям вообще отличная. Я думаю, под него никаких проблем не будет найти. Кирку то же самое. Лопату взяли обычно за 500. И все. У нас новинка, ребят. У нас новинка называется «Молчанка». Интересно, как она называется в оригинале. Кто молвит слово, тому не сдобровать. 1200 скинчик стоит. Со спины у нас что тут? Небольшой бэкпэк. Мне кажется, она хороша. Так, аквалангистка типа. Не с аквалангистки. Неплохо так, слушайте. Неплохо, очень даже. Блин, даже не знаю. Сейчас подумаем. Кирочки ее. Ну, такие мечи я очередные брать не буду. У нас в боевом пропуске такие есть. Мечи точно брать не буду. Бесшумные вспарыватели. Выглядят прикольно, но, пожалуй, нет. Нет, смысла никакого их нет. У нас в боевом пропуске есть от восьмерки. Как по мне, плюс-минус очень похоже. Вот это точно нет. За 500 цена, конечно, отличная. Но это, извините, но это нет. Вот девчонку, наверное, я возьму. Девчонку я, наверное, буду брать. 1200 баксов, ребят, не забывайте указывать тег автора, если тоже вам приглянулось. SPT083 тег. Давайте посмотрим ее. Девчонку возьму. Понимаю, много будет комментариев, что она довольно стандартная, но что-то она мне прям приглянулась, не знаю. Может, за счет лицо какое-то у нее такое мрачное. Плюс цвета мне нравятся, которые используются. Не знаю, с чем связано, но девчонка мне приглянулась. Просто нравится. Просто нравится. Посмотрим ее в игре. Ну что ж, друзья, вот она, эта деваха новая. Не знаю, почему другие классические скины мне не заходили, а это зашла. Наверное, вот из-за маски, из-за макияжа прикольного. Садежка тоже мне нравится. Не знаю, просто понравилось. Бывает такое. Хороша. Обертка, кстати, ребят, это вот Джон Вика обертка, которая что-то мне напоминает обертку, которая сейчас в магазине у нас, так что тоже обратите внимание, как она выглядит. Скинчик хороший, бэкпэк небольшой.
небольшой, но без него будет лучше. Да, неплохой скинчик. Блин, прям что-то мне она зашла. Очень достойно. Эмблемка, ребят, еще раз поближе, которая дается за просмотр моих стримов. Леший, ля какой, ля кого закинули, друзья. Ля какой красавец. Добрый леший. Хорошо. С улеем. Леший хорош, прикольный скинчик, мне нравится. Нисколько не жалею, что за него голосовал. И нисколько не жалею, что я его купил. Хороший скин. Березка, леший, как я не знаю, полено, буратино. Называйте как хотите, ребят. Скинчик классный. Вот эти вот медорезы в соплях, которые, ну вот они мне не очень нравятся, честно говоря. Конкретно мне не нравятся это вот эти сопельки. Вот это вот больше всего. Так похоже на две мачете, выглядит неплохо. Но сопельки мне эти немножко такое себе. Так, ребята, а вот он наш леший, березка, буратино. Пчелки летают. Красота. Красота. Не знаю, мне очень прикол этот скин. Чисто кустарный воин. В стелсе тут прятаться. Имбуля. Ну, не в зимних только кустах. В зимних, конечно, особо не спрячешься. Но кайф. Мне очень нравится. Да, очень, блин, ну что так мало дельтов, очень мало стелла дельтов, мне прям не хватает. Правая сторона, во-первых, у нас темный хром, новинка. А ну-ка, подождите-ка. Одескар. Это что? Угу. Я вас понял. Темный хром, ребят. Темный хром. Такой шикарной обертки мы еще не видели. Она оригинальная, ребят. Нам такого еще не выпускали. На пистолете давайте-ка глянем. Давайте вот так сделаем. Ну да, понимаю. Понимаю. Не, обертка-то классная, но у меня как бы Джон Вика такая есть. Ничего, ну ладно. Обертка классная, ребят. Без рофлов обертка хорошая. Но у меня такая Джон Вика как бы была. И как бы я не думал, что я ее увижу еще и... Блин, вообще одна хрень. Что я ее увижу еще и просто так. Ну, хорошо. Обертка кайфучая. Обертку реально рекомендую, если у вас нету обертки от Джон Вика. Шершень. Ой, шершень, шмель. Шершень это от Кумите. Скинчик, это шмель. Мне нравится все в нем, кроме его лица. Но именно лицо является его основной темой. Поэтому я его и не брал. Мне прикалывает его бэкпэк. Очень хотелось бы такую кирку. Такую прям здоровую валуйную меч. Было бы классно. И нравится, как он одет. Все это прикольно. Но вот его лицо, конечно, такое себе. Прям... Смотрите, какой бэкпэк топовый. Бэкпэк прям хорош. Агрессор, который мне абсолютно не нравится. С первого сезона, понятно. Стандартный скинчик, реколор. Я такой не люблю, такой не покупаю. Сейчас уже не вижу смысла такое брать. И теперь то, что у меня есть. Это топовая кирка, которую мне придарили хамелеон. Отличная, прям вообще must have. Под этот, ребят, под Glow очень нравится. Что-то мне подсказывает, что у вас скинов Glow больше, чем этой кирки на руках. Ну да ладно. Офигенная эмоция за 200. И любимая вами обертка за 500. Ой, обертка. Эмоция за 500. Жестко. Жесть. Кирочка с правой стороны.
На фоне космоса, ребят. Кайф. Очень красиво. Тем более нам еще ж изменили стандартную форму кирки. И теперь это такой олдскульчик прям. Да. И две эмоции. Это электрический ток. Электрошаффл. Вот он, электрический ток. На березке самое то показывать. Всех пчел распугает. И гулянка. Гулянка прям кайф. Отличная. Так. Магазин сегодня, конечно, неплох. Блин. Да, прям неплох. Слушай, есть что взять. Раз скинчик, два скинчик. Три скинчик, правая сторона хорошая. Да, неплохой магазин. Друзья, не забывайте указывать тег автора SPT-083. Не забывайте участвовать в розыгрыше в группе ВКонтакте. 10 тысяч рублей разыгрывается с закрепленной новостью или же в описании под видео также есть. Обновили новости. Что у нас? Молодое слово там у тебя понятно. Никто не выдаст ваше местоположение. Никто не выдаст ваше местоположение. В магазине предметов появилась экипировка молчанки. Хороший скин. Нормальные кирочки, но у нас в боевом от восьмерки, ну, плюс-минус то же самое. Ну, с оберткой я все сказал. С оберткой я как бы что-то... Отряды... Хорошо. Мне нравится, что начали опять закидывать аркадки нормальные. Ждем лаву на этой карте. Прям капец, как ребят, жду. Субботу и воскресенье комменчу вот это дело. Всех приходите, все ждите. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы не пропустить начало трансляции. И подписывайтесь на мой Twitch, чтобы посмотреть эту трансляцию, собственно. И не забывайте, ребят, что во время просмотра моей трансляции субботу и воскресенье вы будете получать вот такую вот штукенцию. Это граффити и эмблемку. Так что все приходите, ребят. И получаете себе на халяву граффити и эмблемку. Я понимаю, граффити может быть вам не так интересно. Но вот эмблемка вот такая. Почему нет? Пускай будет. Почему бы и нет. Спасибо всем большое за просмотр. Жду вас субботу и воскресенье на трансляции, как я и сказал. Субботу начну рано. После турика будут кастомки. Так что приходите.